Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Вяжем красиво». И сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой красивый, простой, но довольно эффектный, на мой взгляд, узор для вязания палантина. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится пряжа. Я взяла пряжу турецкой фирмы Yarn Art Angora Deluxe в 100 граммах 520 метров, состав 70% мохера, 30% акрила. И спицы. Спицы номер 2. Вот уже образец я небольшой связала. Сейчас расскажу вам, как вяжется сам узор. Итак, на спицы я набрала 98 петелек. Я замерила до того, как снимать видео, и у меня получилась ширина будущего палантина 50 сантиметров. Соответственно, если вы хотите, чтобы палантин был шире, вы набираете просто большее количество петель. В длину я планирую связать где-то 1,5 метра, может быть, даже 1,60 м. Итак, приступаем к самому узору. Узор очень простой и очень быстро запоминается. Состоит всего лишь из одного ряда. Итак, первая петля узора всегда провязывается лицевой. Далее делается накид от себя. Накид. Две петли провязываем вместе изнаночной. Опять накид. Две вместе изнаночной. Накид, 2 вместе изнанкой. Итак, мы вяжем с вами до конца ряда, до тех пор, пока на левой спице у вас останется одна петелька. Узор простой, с ним справится даже начинающий, тот, кто только-только учится вязать. Ничего сложного в этом узоре. Так, вот видите, вот здесь нужно аккуратно подхватывать сразу обе петельки и саму петлю, и накид. Иначе у вас будет упущение петли. Итак. Работаем дальше самостоятельно. Вот я практически дошла до окончания ряда. И у меня на левой спице осталась одна петелька. Мы ее провязываем лицевой. То есть вы с лицевой начинаете ряд и лицевой петлей заканчиваете. Переворачиваем вязание и начинаем делать все то же самое, что вы делали в первом ряду. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе изнанкой, лицевая, накид, 2 вместе изнанкой, накид, 2 вместе изнанкой. Обращаю ваше внимание, когда вы провязываете 2 вместе изнанкой, чтобы вам не сбиться, знаете, бывает при вязании упущена какая-то петелька, ориентируйтесь на следующее. У вас должна быть как бы лицевая петля и следом накид. Вот только так вы можете провязать 2 вместе изнанкой. И не забывайте, между ними всегда накид. Дойдете до конца ряда, не забудьте последнюю петельку провязать лицом. Вот такой простой, незамысловатый узор я для вас подготовила в этом видео. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. До новых встреч! Пока-пока!